Всем привет! В этом видео покажу, как сделать декоративные звездочки. Нам потребуется лист бумаги формата А4, а также карандаш или линейка, ножницы или нож. Можно использовать еще и линованный коврик. Чтобы получить звездочку, нужно на бумаге сделать разметку вот по такому шаблону. Вначале проводим горизонтальную линию, обозначая полоску шириной 2 см. Затем чертим вертикальные линии на расстоянии 5 см друг от друга. Нам нужно 5 прямоугольников. Внутри каждого полученного прямоугольника делаем отметки, как на шаблоне. По ним будут проходить резы. У первых двух прямоугольников линии располагаются снизу. У третьего прямоугольника одна черта снизу, другая сверху. У оставшихся двух нужные отметки располагаются у верхнего края. Чтобы было понятнее, полоску для звездочки раскрашу в разные цвета. Вырезаем по внешнему контуру, получая вот такую полосочку. По линиям, которые обозначают границы прямоугольников, сделаем прогибы при помощи линейки. Намечаем нужный сгиб и проглаживаем. Повторяем действие для каждого прямоугольника. Нужные сгибы подготовлены. Далее берем ножницы и делаем разрезы по соответствующим меткам. Сгибы между прямоугольниками не трогаем. Основа звездочки готова, осталось сложить. Совмещаем крайний разрез с тем, который находится в центральном прямоугольнике сверху. В моем случае совмещаются бирюзовые и синие участки. Подгибаем часть, которая была слева, и совмещаем рез оранжевого прямоугольника с бирюзовым. Во второй рез оранжевого вставляем часть розового фрагмента. А резы желтого прямоугольника заправляем в розовый и синий. Теперь подправляем части звездочки и делаем углы более острыми. Склеиваем две части полоски, чтобы получился финальный уголок. И все готово. Аналогично можно сложить звездочку из любой цветной бумаги или картона. Как вам такие звездочки? Напишите в комментариях. И не забудьте подписаться на канал Artvium, тут вы сможете найти еще много интересного.